Снова здравствуйте, снова с вами Смайлов. Итак, нашлись очень хорошие люди, которые написали мне в комментарии то, что все-таки это не конец был данной демки. И что это только одна из концовок. Сейчас же мы это проверим. Во-первых, походив здесь немного, я набрел на кое-что другое. Я нашел здесь некоторые моменты интересненькие, так сказать. Если здесь чуть-чуть пролететь. Так, ну во-первых, вот сюда мы не спускались. И здесь находится вот такой вот Тейлз. Что бы это ни значило. Не знаю, может какая-то паскалочка, может подсылочка к чему-то. Ладно, здесь мы побываем. Также здесь, еще чуть-чуть выше пролетев, можно найти, как я понял, самого разработчика. Да, это вот здесь. Вот он, сам разработчик этой игры. Также взаимодействовать никак мы не можем. Летим дальше. Также я понял, что мы можем избивать вот этих вот. Ёп. Такое месиво после них. Немножечко. Ладно, вот так пробежим, пролетим. Докатимся. Чуть-чуть не хватило. Так, вот он, Соник наш. Соник Экзе. Экзе. Перекусил. Ты не ты, когда голоден. Жалко, что тут озвучки нету этим голосом. Hello, my buddy. Так, вот здесь. Надо в конце вернуться, мне написали. Надо вернуться в конце. Когда перед Тейлзом закроется проход. Давайте так и сделаем. Все, побежали теперь назад. А он сам бежит? А, нет, это я бежал. Вот он, этот моментик. Да. Ну, тут, как обычно, я сделаю перевод. И вот адская зона у нас. Также здесь есть спуск, где мы собираем монеты. Как же здесь жутко. А это кто? Кто знает, кто это, напишите. Какой-то демон на нас прыгнул. То есть, если бы я сейчас не собрал монетки, он бы нас просто убил. Мрачноватенько. Чего?
это типа пиксель. Ну там вон травинка торчит. Угу. Если здесь что-то еще есть, если я что-то еще не нашел, вы пишите в комментариях. Будем разбираться и будем искать, отыскивать. Может, наверху есть что еще? Слушай, тут можно превьюшку будет взять, если что. Также меня еще беспокоит, точнее волнует тот вопрос, где в конце я предоставил перевод, когда он нас сжирает. И после вылазит баннер, типа концовка демки, и там надписи идут. И вот там говорится, что есть что-то интересное. А, здесь уже прыгать нельзя. А если назад побежать? После того, как прыгать нельзя. Он не прыгает. Что за дела? А как я теперь выберусь отсюда? Итак. Вот мы здесь. Все-таки, да? А, ладно, бежим дальше. Здесь мы там, в принципе, здесь мы ничего не найдем уже. А, на чем я остановился? Я говорил про то, что там в конце, когда идет такая надпись. Конец демки. Там еще что-то печатают. Там говорится, что у кого-то что-то есть для меня. Ну, то есть для игрока. Там говорится, что я могу тебе показать это в безопасной зоне. Найди меня. Где находится эта безопасная зона? Кто это знает? Опа. Ну, здесь будет перевод, как обычно, да. Снизу можете увидеть потом. Ой-ой-ой-ой-ой. Но здесь я ничего не могу сделать. Фу! У меня аж мурашки немножко прошли. Вот теперь, я думаю, это конец демки. Теперь я думаю, что это все. Если же что-то еще не найдено, пишите в комментариях. Ну и ждем дальше продолжения, выход второй демки. Там, скорее всего, про Наклза будет что-то. Дальше и третья, наверное, выйдет. Про Эггмана. Ну что ж, с вами был Смайлов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех с наступающим Новым годом. Всем до скорых встреч и пока.